1896 год. Москва. Семья Ивана Владимировича, профессора филологии, собралась в зале послушать фортепиано. Мария Александровна грациозно и легко играет Рахманинова. Маленькая Марина восторженно слушает, тихо повторяя: «У кого-то ноты, у кого-то боты». Мария Александровна перестает играть и с умилением смотрит на дочку. «Марина, неужели ты будешь поэтом?» Девочка пожимает плечиками. «Да, когда волосики отрастут». У девочки налысо обрита голова, поскольку Мария Александровна верила, что только так у ребенка будут густые вьющиеся волосы. Мария Александровна умерла от скоротечной чахотки, так и не увидев роскошные локоны своей дочки, будущей поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Марина Цветаева родилась в 1892 году в благородной интеллигентной семье. Ее отец работал над созданием музея изящных искусств, а мама была профессиональной пианисткой. Родители очень серьезно относились к образованию Марины и ее сестры Анастасии. В 4 года Марина уже умела читать на нескольких языках и пыталась рифмовать слова. Мать не успела порадоваться ее успехам. Заботы о детях легли на плечи Ивана Цветаева. Он не жалел средств на их обучение, и Марина успела прослушать лекции в лучших итальянских университетах, которые считались мечтой даже для царских детей. В 16 лет Марина попыталась сформировать первый сборник стихов. Она писала тайком, в перерывах между лекциями. Стихи посвящены потере матери, прощанию с детством и ожиданию любви. Марина издала книгу на собственные средства, сэкономив на карманных расходах. «Ты принцесса из царства несветского, он твой рыцарь, готовый на все. О, как много в вас милого, детского, как понятно мне счастье твое! В светлой чаще берез, где просветами голубеет сквозь листья вода, хорошо обменяться ответами, хорошо быть принцессой. О, да!» Сборник «Вечерний альбом» оказался очень удачным, и Марину взял под покровительство знаменитый поэт Волошин. Это знакомство стало большой удачей для юной поэтессы. Ей, как воздух, была необходима помощь кого-то из состоявшихся поэтов. Обладая несносным характером, Марина легко наживала врагов. Но Волошин увидел в Марине нечто большее, чем несдержанную избалованную девочку, и пригласил к себе в Коктебель. Там летом 1911 года она увидела Сергея Эфрона. «Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге». Они сразу же решили быть вместе. В Эфроне Цветаеву восхищало все. И внешность, и интеллект, и манера держаться. Она видела в нем сказочного рыцаря из девичьих грез. В январе 1912 они обвенчались. Через положенный срок у них родилась дочь Ариадна, уменьшительно Аля. Цветаева пытается жить взрослой семейной жизнью, как-то устроить быт. На творчество остается все меньше времени. Через год умирает ее отец, который был для Марины всем. Наследство он не оставил, будучи бессеребренником, за всю жизнь ничего не накопил. Смерть отца и постоянное отсутствие денег вызывает у Марины чувство протеста. Она уходит из семьи к подруге, поэтессе и переводчице Софии Парнок, убежденной феминистке и лесбиянке. Первая катастрофа. Так она называет эту главу своей жизни. Теперь она страдает, любит и, наконец-то, много пишет. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден?
Парнок отвечает ей своими стихами. «Былое, груз мой роковой, бросаю черту на потребу, над бесприютной головой пылай, кочующее небо». После мучительного расставания с Софьей Марина начинает роман с Осипом Мандельштамом. Теперь она играет в мятежную польку, хотя полькой была меньше, чем на четверть. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Насладившись свободной жизнью, Марина уже готова вернуться в семью. Но семьи как таковой уже нет. Эфрон, забросив университет, отправился санитаром на Первую мировую. Марина смотрит на войну со своей оригинальной точки зрения. Она жалеет Германию, обращаясь к ней в стихах. «Ты миру отдана на травлю, и счета нет твоим врагам. Ну как же я тебя оставлю? Ну как же я тебя предам?» Эта гражданская позиция отталкивает от Марины и без того немногочисленных друзей. Она многих раздражала своей безапелляционностью, прямотой и полным нежеланием под кого-либо подстраиваться. Но Эфрон все-таки постоянно возвращается к ней. У пары рождается вторая дочь, Ирина. Февральская революция обрадовала Марину. Она видела в ней осуществление романтической мечты покойных родителей, считавших себя народовольцами. А вот Октябрьский переворот она встретила с ужасом, хотя и не могла предположить, что будет настолько плохо. Эфрон немедленно вступает в Белую гвардию и исчезает на фронтах гражданской войны. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу, грудь и висок». Проводив мужа на фронт, Марина пытается уехать с дочками в Коктебель, к Волошину. На него была последняя надежда. Но дороги перекрыты, им уехать не удается. Марина, осознав свою совершенную беспомощность, отправляет дочек в детский дом. Она не может прокормить ни себя, ни детей. Младшая дочь Ирина умерла в детдоме от голода. Алю Марина забрала к себе и отправилась в Европу искать Эфрона, узнав, что он учится в Пражском университете. Все проблемы забылись, когда семья воссоединилась. Но радости хватило ненадолго. Ни Эфрон, ни Цветаева не были в состоянии содержать семью. Ребенок болеет, за квартиру платить нечем. Это было невыносимое время. Марина сводит концы с концами благодаря денежным переводам добрейшей Соломеи Гальперн, нашедшей себе хорошую работу в Париже. Цветаева пишет грустные стихи, изредка ее печатают в эмигрантских журналах. «Дождь убаюкивает боль под ливни опускающихся ставен. Сплю вздрагивающих асфальтов вдоль копыта, как рукоплескание». В 1925 году у Цветаевой и Эфрона рождается сын Георгий – Мур, как его называли близкие. Мур сразу стал смыслом жизни для Марины. Эфрон же то появляется у них, то исчезает. Его метущаяся натура не дает ему спокойно жить в эмиграции. К тому же у Цветаевой снова случается творческий подъем. Она заводит молодого любовника Радзевича и посвящает ему целых две поэмы. Их же разрыв отражен в поэме конца. «В каждой реснице вызов, рот сведен, преувеличенно низок был поклон». Цветаева с детьми и мужем перебираются в Париж в надежде, что их примет русская эмиграция. Но те, кто уже застолбил для себя место русского поэта во Франции, не пускают в свое общество Марину Цветаеву. В поисках средств к существованию Эфрон позволяет втравить себя в шпионский скандал с убийством. Эта история становится для него поводом вернуться в Россию.
Его приглашают работать в НКВД. И он верит, что все будет хорошо. И в России уже давно все наладилось. Цветаева хватается за возвращение на родину, как за соломинку. Теперь только о России, все ее сны, стихи, письма. Русской ржи от меня поклон. Полю, где баба застится. Друг, дожди за моим окном. Беды и блажи на сердце. Первой в Россию возвращается сестра Марины, Анастасия. Еще не зная, что прямо с поезда Анастасию арестовали, вслед за ней едет Эфрон. Он тоже немедленно посажен за решетку. Далее в ловушке оказывается старшая дочь Цветаевой Аля. Ничего не зная об этом, воодушевленные скорым свиданием с Россией, Марина с сыном едут в Москву. Она выглядела такой наивной на допросах в НКВД, ничему не могла поверить и сама ни о чем не знала. Ее отпустили. Многие советские литераторы не приняли Марину Цветаеву, отвернувшись от нее. В лучшем случае давали умные советы. Фадеев писал Цветаевой о том, как ей устроиться в Советской России. «Единственный выход для вас – снять комнату или две в Голицыно. Это будет стоить вам 200-300 рублей ежемесячно. Дорого, конечно, но при вашей квалификации вы сможете много зарабатывать одними переводами по линии издательств и журналов». Работу ей действительно стали подкидывать. Но часто это были бездарные стихи революционной направленности. И стараясь перевести как можно лучше, Цветаева застревала на первой же строчке. А вот переводя «Цветы зла Бодлера», она, наоборот, с воодушевлением создала 12 вариантов. То есть писать для заработка Цветаева не могла физически. Сын, любимый всеми Мур, во всех неприятностях обвинял мать. Его непростой подростковый возраст мешал ему правильно смотреть на вещи. Мур устраивает скандалы и истерики, хочет обратно в Европу, куда ему путь закрыт. Все усугубляется с началом Великой Отечественной войны. Цветаева добивается возможности уехать в эвакуацию в Татарскую республику, в Елабугу. Работы в Елабуге для нее нет. Она ищет место хотя бы посудомойки, но новую столовую все еще не открыли. Она хочет взять переводы с татарского, но почти всех татарских писателей уже арестовали. Цветаеву с сыном подкармливает добрая соседка. Мур эвакуацию считает злом. Говорит, что лучше уйдет на войну, чем будет прозябать в этой дыре. Однажды он в сердцах бросает Марине: «Кто-то из нас двоих должен умереть». Марина расценивает эти слова как сигнал к самоубийству. Она и раньше пыталась повеситься. Но только в Елабуге ей это удалось. Точное место захоронения считается неизвестным. Хотя сестра Марины, Анастасия, поставила памятник на кладбище в Елабуге, будучи полностью уверенной, где находится могила. Второе надгробие Цветаевой установлено в Тарусе. «Здесь хотела лежать Марина Цветаева», написано на нем. «Гений – тот поезд, на который все опаздывают», когда-то сказала поэтесса. Этот афоризм в точности отражает ее трагическую судьбу.